Всем-всем привет! И это у нас новогодний влог. Я очень люблю новогодние влоги, люблю их смотреть, пересматривать. В этом году было не так много влогов, как обычно. Все из-за того, что у меня на камере там батарея, кое-что случилось, я снимала на телефон. Уже я решила, теперь нужно обратно от телефона переходить на камеру. Значит так, из новостей. В этом году я работала в новой компании. Может быть, кто-то знает, это школа искусств Зире. Скорее всего, я буду заканчивать эту главу, потому что я планирую идти дальше. У меня в этом году был переезд. Мы переехали в другую квартиру. И теперь еще один переезд. Теперь мы переехали в дом. И еще там дальше есть планы. Немножко есть страх перед январем, потому что помним, что было в прошлом году в январе. Ну, что еще? Новая машина, но это не новость, потому что мой муж любит менять машины, и они у нас часто меняются. Но самое главное, что случилось в этом году, у меня снились розовые очки. А, что ты купил? Я купил печенье. Сейчас я помогу. Ой. Так вот, я не договорила. Сейчас договорю. Киса. Киса. Мама кисуля. Давай. Кисуля. Мама красавица. Кисуля. Кисуля. Так вот, не договорила. Самое главное, это то, что в этом году у меня снялись, мне кажется, розовые очки. Я немножко изменилась как личность, и я думаю, это хорошо. Я начала больше разбираться в людях. Я не скажу, что не было никаких конфликтов, просто это в один день вот так чик, как щелчок произошел, и я как будто бы в каком-то плане повзрослела. Ну и вот, надеюсь, идем дальше, развиваемся и становимся лучше. У Ер-Султана новогодняя идиллия. Печенье, вода и книга. Покупка Зара Хом. Приготовила я селедку под шубой, оливье. Это мы на всякий случай приготовили. Сейчас поедем к родителям. Это Адели, не трогай. Сейчас подаришь. Там под елкой будем открывать подарки. Давай. Я узнала, каково сидеть сзади моей машины. Очень удобно. Да. Был всегда, будет и... Ой. Что он стали, такие стали, да? Ну да. Кто помнит мое зеркало, в которое я всегда фоткалась и снимала видео, когда еще не была замужем. Моя детская комната. Домашний гусь. Еще не готов. Еще не готов. Зубы чистить, да, Эрсик? Иначе мы никогда бы не были счастливы. Давай, надо, давай еще раз. Что ты пишешь? Эрик, что ты пожелаешь моим подписчикам на Новый год? Счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Все? Да. Держи. И благополучия. Вот, я думала, что если я не буду этот дом украшать, его никто не будет украшать. А украшают. Даже бенгальские огни подготовили. Какой красивый стол. Салфеточки. Это, кстати, я рисовала в прошлом году, подарила. Куда вы сходите? Сейчас, свои дома садись. Не люблю внимание, свечу. Я скромный человек. Вам получили целое хозяйство приобрела. Кто болсын, берекелі болсын. Келесі жыл, осындай қуанышқа жеткізе берсін. Бала шағам заман есен болсын.
Арқашанда өстіп, етпей бір-бірімізді. С Новым годом! Самым счастьем! Айжан, я захожу в этот отдел, а его нету. Я говорю, где мой кулон? Аня говорит, извините, но девушку купила своей маме. Я расстроилась, хожу. Что, не подумала, что ли? Потом говорю. Вот сволочь, а девушка была с мамой? Они говорят, нет. Я говорю, а вы девушку запомнили? Давай в телефоне искать. Это вот эта девушка? Они говорят, да. Серьезно, вот сволочи. Почему? Ой, обучалка. Ну это не мне. А чуть Нелли я подарила, это маму мне сказала подарить вот эту вот. Да, да. И... А я так, теперь вот такую вот придут сережки. Thank you.
Ну пойдемте за стол, Мэри. Это что вы сказали, скраб? Да. Нет, ты почитай. Я перевела. А, то я думала. Я перевела. Вот это детские пижамки. Да, они да. были. Эй, это в том же магазине я купила. Да, классно. А, Минурочка, привет! Давай ты режь гуся и скажи, что ты желаешь моим подписчикам. Желаю, чтобы Новый год принес им много радости. Спасибо. Самое главное, благо, добра и счастья. Спасибо, Минурочка, тебе тоже мир взаимно. Во всем мире. Хорошего. Дочечки твои, счастья. Все. Ух ты! Сказали, что Новый год надо встречать в таких тонах. Да? На таких... Мировых или в таких. Земель. Что вы желаете моим подписчикам? Ой, мы желаем, чтобы все близкие и родные, чтобы все близкие и родные были рядом, чтобы были живы и здоровы, чтобы ценили каждый день. И самое главное, мира. Эрсултан, Аделя, что вы желаете моим подписчикам? Ой, нет, колеса. Че, переодеваешь куклу? А. О, иду, иду. Мой гусь. Я гуся душить люблю. Ой. Ты что, гуся, сам гуся? Да, гуся. Ёлка. Сделай я в статус потом. Кролик. Эрик. Классно, на Новый год пошел с ней. Иди гулять! Эй, Ева! Она на отвертку. Ты плохой. Возьми там маленькую отвертку в этом. Эрик. Буква. Какая? А. Автобус. Он всегда говорит. Буква А. Б. Утка. Барабан. В. Вертолет. Г. Пианино. Гармошка. Гармошка. Д. Т. Дельфин. Дельфин. Е. Ерсултан все свои так, подарки пойдем. Забрал. Подержу. И не только давай, свои. Саня, салюты. Сейчас поедет. Давай подержу. Доме встречать Новый год. Один. Салюты смотрите. Да. 12. Иди сюда. У Адели ревность. А это что? А это случайно. Вот он, снежок. Навалил. Давай, Филипп. Сейчас будем фейерверк пускать, знаешь? Снимай сам. Султан вернулся. У него теперь подарков много. Он складывает. У нас осталось 5 минут до Нового года. Перед лицом трудностей. Да, в этом году было. Сплотились во имя нашего общего светлого будущего. Нажал хатым зущин. Берегели жил болсын. Знаешь, его тоже видно. А его видно. Жажил кутту болсын ағай. Мы вышли пускать салют. Ерсултан как будто знает, что такое салют. Прям торопился. Всех удачи, пожалуйста. Мой. Букетушка, отойди. Сейчас салют покажем. Пойдем на море. Сейчас салют. Вау, смотри. В обновках. Как раз, да? Да. Классно. Сет. Ерсултан идет спать. Всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.